Привет, я Ирина Басюк. Расскажу сегодня вам о своих покупках по 15-му каталогу Oriflame. Также я сделала макияж, выполнен из продуктов, которые идут с большой скидкой в этом каталоге. Записала отдельное видео подробностей, как я это делала. Также вам покажу, как на собственном потреблении я делаю заказ на 300 баллов. О тех продуктах, которые с большой скидкой в этом каталоге когда-то я покупала. Мой честный обзор, какие продукты мне нравятся, которые просто валяются, лежат, я их не использую, кому-то я передарю. Если такой формат обзора каталога вам полезен, не только мой заказ, но и обо всех моих любимках, что в этом каталоге, смотрите. Мой заказ на 303 балла. Единственное, тут не включены помады и тени, которые я поставила как образец, потому что они у меня уже были. Вот. Это только личное потребление. И давайте полистаем вместе каталог, чтобы вы смогли сами сориентироваться в продуктах, которые у меня в заказе. Во-первых, шла пена для ванн и потрясающий крем-лосьон «Золотое сияние». Мне он безумно понравился. Этот крем нам подарили на конференции, на лайнере. И он невероятно вкусный, приятной текстуры. Чем-то напоминает часть молоко и мед. Имеет красивое сияние золотистыми частичками. Сейчас покажу. Камера не передает, но на пальчиках, наверное, вы видите маленькие такие искринки. Этому крему ставлю 5 баллов. У нас были подобные крема с другими ароматами. Пену для ванн еще не пробовала. Их в Oriflame почему-то мало. Если меня смотрят производители, ку-ку-ку-ку, делайте побольше пен для ванн. Этот набор стоит всего лишь 399 рублей. И всю продукцию также мы берем с дополнительной 20% скидкой по каталогу. Если вы еще не подписаны, догадывайтесь, наверное, к кому можно обращаться. К тем людям, кто вам даст ссылку на это видео. Это у меня уже третьи капсулы. Также беру с 50% скидкой. Каждый каталог мы можем что-то брать. Но здесь такая потрясающая акция. Взяла. Подарю я их маме. Моей маме день рождения. И один из подарков, включая этот, будет у нее. Очень часто, как в какие-то поездки, читаю, например, мне 2-3 дня поездка, я их беру вместо ночного крема, они восстанавливают кожу, потрясающе, кроме того, занимают минимальные коктейль из 6 масел: куджут, авокадо, персиковая косточка, лимонтесса, черный смородин и бобов сои. Сухость, батареи. Наша кожа осенью становится более сухой. Поэтому вот такие капсулы классно будет использовать. Например, в течение месяца 2-3 раза в недельку вы наносите после очищения, тонизирования. Можно также использовать после них еще и ночной крем. Сначала идет капсула, как сыворотка, потом еще ваш крем более глубоко проникает. И так вы усилите эффект. Моя любимейшая парфюмерная вода Giordani Gold Essence. О ней оды пою уже 2 года, как только нам подарили ее в Валенсии. И безумно рада, что у нас вышел вот такая мини-версия этого аромата. Giordani Gold Essence. Шедевр парфюмерного искусства. Впервые в истории эксклюзивная запатентованная нота Essence на основе эфирного масла Fleur d'Orange. Цветочно-древесная композиция аромата звучит более 8 часов. Это Giordani Gold всего лишь за 289 рублей, потому что я устала эту туалетную водичку брать с собой на конференции. Я снимаю с нее крышку, потому что она довольно тяжелистая, увесистая. Здесь 18-кратное покрытие золотом. Такой действительно драгоценный аромат. И эта мини-версия, она как раз вот просто находка, кинули в сумочку. И я сразу взяла 3 упаковочки, чтобы у меня было. Тем более скидочка хорошая. У нас в Oriflame есть 2 аромата, покорившие сердца многих мужчин. И мне кажется, никто не остается равнодушным. Это туалетная вода Possess с удивительным ароматом, манящим, соблазнительным. Уже ходит история моих знакомых, кто себе нашел так вторую половинку, притянул. Пробуйте, смотрите, какой вам аромат больше нравится. Love Potion с афродизиаками, цветки какао, имбирь, шоколад, роскошный. И эти 2 туалетные воды зарекомендовали себя как вот самые сексуальные и возбуждающие.
флаконами, там по 5, по 10 штук покупают, продаются. Сейчас в каталогах вы можете увидеть продукты с медальками. Копите медальки и обменивайте в январе на потрясающие такие новиночки. Вот, кстати, в том числе и туалетная вода, которую я рассказывала, Love Potion, можете получить в подарок. Так же, как и матовые лаковые помады, вот они у меня есть, это must-have, самые продаваемые. Ну, в общем, разберетесь, собирайте медальки. Обзор. И компания нам предлагает сразу какой-то тренд, какой-то образ. И сейчас модно делать макияж в оттенках индиго. Сейчас предлагает must-have. Я сразу выбираю то, что мне нужно заказать или не заказать. И я приобрела себе карандашик. Как раз-таки с ним показываю, как я делаю новую модную стрелочку. Сегодня использовала эти продукты, делая макияж, тени, маркер, подводка и делала новую трендовую стрелочку. Также использовала набор для коррекции бровей. И вот что у меня получилось. Видео запишу, как это делала макияж, скоро выложу на YouTube. Все эти продукты с невероятной скидкой, 65%. И такой вот оттенок теней. Вот если кому-то будет интересен, вот этот код. Когда я видела этот набор, я была восхищена. Мне нравится такая стилистика. Почему? Потому что у меня есть в этом же направлении набор, но из натуральных камней, стоит безумно дорого. А вот эта вот стилистика, просто направление в этом же, то есть типа как под камень, что-то такое общее. И вот как-то думаю, возможно, наверное, сережечки я бы купила, забыла, и колье, чтобы дополнить то, что у меня уже есть. Достойно смотрится. Видела обзоры девчонок. Прикольные, прикольные. Следующая страница и must-have. Также 65% скидкой. Во-первых, ежевичная помада. Скажу честно, я приобрела вот эти два оттенка. Сделала несколько раз макияж и забросила. Особенно для темного оттенка нужна хорошая растушевка, чтобы он красиво смотрелся. Этот оттенок помады ежевичный почему-то я купила, но его так и не использовала. Он у меня валялся, как и со всеми помадами, потому что почему-то он мне не нравился. А почему я его раньше не носила? Почему я забросила? Мне кажется, интересно смотрится эта помада. А вы как считаете? Второй оттенок вы видите у меня на губах. Этот оттенок помады я носила гораздо чаще, более такой легкий, и летом мне нравится больше всего его наносить. А также со скидкой матирующая тональная основа, она мне безумно понравилась, SPF Factor 20, хорошо держит макияж. От многих бьюти-блогеров, которые пользуются продукции премиум-класса, вы можете услышать об этой пудре, которая классно держит макияж, и на повседневке у них в косметичках также валяются вот такие матирующие пудры, потому что они реально круто держат макияж. Классные. У меня несколько этих пудр, можно сказать, практически в каждой сумочке, в каждой косметичке такая пудра есть. Я никогда не думаю, забыла я, не забыла эту пудру, в основном ей подправляю макияж. Интересная новиночка, форма, где вы можете поменять разные оттенки, разные бусинки, тоже присмотритесь. Я думаю, что сейчас много в обзорах увидите, те, которые купили эти аксессуарчики. А пока я снимала видеообзор, ребенок нарисовал вам вот такую картину. Честный обзор вот такого двухфазного пилинга. Вы видите, что я использовала две капсулы, но я сделала три процедуры, потому что первую процедуру я разделила сразу на два приема. И удобно, наверное, использовать, например, вместе с мамой, вместе с мужем. Да-да, мы в топ-чате как раз обсуждали, что вместе с мужьями используют. Не совсем замена салонной процедуры, потому что кислотный пилинг, который используют в салонах, там он больше идет концентрация. Здесь же вы будете использовать, не навредите ни в коем случае. Он такой легенький. Пилинг здесь гликолевая и молочная кислота. Мое впечатление после этих трех приемов, знаете, долго обсуждала и, как бы вам сказать, знаете, двоякое мнение. С одной стороны, я практически не почувствовала эффекта. То есть такое легкое скрабирование, примерно такое же, как если взять, например, наш розовый пилинг Novage. Но я делала фотографии на второй и на третьей неделе вместе с комплексом
против пигментации и вот этими капсулами все-таки есть разница. Пигментация начала потихонечку уходить. Я посмотрела свои старые фотографии, которые я делала на первой неделе. Фотографии, они некачественные, как-то здесь как фотошоп, то есть с глазом там даже не видно пор, поэтому я сейчас буду заново переделывать и каждую неделю тестировать, делать скрин-фото. Поэтому я буду использовать и теперь одну капсулу, конечно, на все лицо, но, честно, вот так за глаза хватает одной капсулы, то есть первый-второй шаг, когда вы наносите, многовато, даже очень многовато, все-таки напополам лучше с кем-то делать, потому что вот у меня на каждую процедуру я по 4 диска использовала. 4 диска первое, чтобы отшелушить, потом 10 минут ждала, и потом катализатор, также где-то 4 диска использовала, чтобы убрать. Дальше я просто умывалась водичкой, протирала лицо тоником, и после этого наносила ночной крем, ну и ложилась спать. Поэтому, если у вас сухая нормальная кожа, возможно, вы получите эффект больше, потому что я уже стала засомневалась, почему у меня минимум такого эффекта. С Леной Плоектовой обсуждали, она говорит, я практически разочаровалась, потому что никакого эффекта не увидела. Я тут же полезла в YouTube, в Google и смотрела обзоры заказов. Если женщина в возрасте, то они там вау, эффект, кому за 40, классно, вообще потрясающе отзывы, ну, мне же так, знаете, вот средненько. Что-то вроде было, а что было, непонятно. Но все-таки чуть-чуть осветление, вот фотографию я вам покажу, это буквально одна процедура, вы посмотрите. Хотелось бы услышать ваше мнение об этой процедуре, если вы ее использовали, какие у вас были отзывы. Также у нас есть замечательная серия наборы Novage. И если вы заказываете набор, то в течение 4 каталогов после этого вы сможете заказать еще 3 любых продукта со скидкой 30%. Вот так я вспомнила, очнулась, что на четвертом каталоге, что у меня, оказывается, закончились мои любимки. Это такой вот, если у вас жирно-комбинированная кожа, дневной крем. Здесь пустая баночка, видите, как я ее вымазывала ночного крема. И совершенно нет. Вот, сказать, закончился такой крем Optimals. Я их срочно, 3 своих любимки, заказала. Сейчас прошло какое-то время, вынуждена была прервать видеообзор, накормила ребенка, и я вам покажу, как пользуюсь такими салфеточками матирующими. Когда, например, снимаешь видео, свет, освещение, активное действие проходит, например, час-два с момента, как ты наносишь макияж. Явление, да, если бы я взяла сейчас, использовала другой там CC-крем или другой тональный крем, у меня было бы куча жира, а так, ну вот совершенно-совершенно немножко, для меня это вот минимум. Салфеточки для меня это просто мега спасение, их люблю. И сейчас они идут по замечательной акции. Рекомендую. Вот моя любимка, матирующий дневной крем, флюид для жирной кожи, от него в восторге, он действительно дает эффект. И тут же заказала такие вот салфеточки матирующие. Также безумно люблю, понравился увлажняющий гель. Если у вас сейчас нет возможности приобрести всю серию Novage, то рекомендую взять, например, очищение, тонизирование с этой серии. Есть комбинированная жирная кожа, матирующий, например, дневной крем. И потихонечку собирать, потому что, в принципе, достаточно приемлемые цены. Видите, он у меня уже заканчивается. Ой, тоник вам не показала. Ну, думаю, не суть важна. Вот эта серия против пигментации. Чем я осталась довольна? Кремом против пигментации вокруг глаз. Сывороткой я ее использую. Многофункциональный крем, CC-крем. Все-таки, если жирно-комбинированная кожа, все-таки вот есть сейчас со скидкой. Покажу матирующую тональную основу. Ее использовала, но периодически пользовалась салфеточками. Если у вас есть большая степень защиты, например, здесь 20-ка и крем 35, то SPF все-таки жирнит вашу кожу. Здесь нужно думать либо защита, либо минимальный тончайший слой. Вот, поэтому вот этот крем я однозначно отдам маме. CC-крем оставлю себе, в принципе, на каждый день. Мне нравится эффект, либо оставлю на более холодное время. Ну и, конечно же, салфеточки. Ой, 135 рублей, даже не 199. Я их люблю. У меня про запас еще штучки 4 лежит. И вот такой сос гель. Прыщики – это офигенное, классное средство и лучшая серия, которую когда я либо пробовала.
Помню, мое первое знакомство с Oriflame состоялось где-то лет в 20, когда я себе приобрела серию для проблемной кожи, не знаю, как она называлась, там, New Skin, ну, что-то в этом роде, и от нее я реально получила эффект, у меня стали уходить все меньше, меньше, меньше прыщей. Если у вас, у ваших знакомых, девчонок, много-много прыщей у парней, там все высыпает, и они перепробовали кучу-кучу различных косметических средств, и у них не помогает, помните. Я сейчас вам не буду рекламировать, да, эту серию средств Oriflame. Я вам рекламирую то, чтобы вы убрали полностью все конфеты, которые у вас есть, а в таком юношеском возрасте хочется максимальное количество вкусняшек, сладкого. Почему? Потому что умственно идет нагрузка, это нормально, сессии идут, да, и я тогда ела просто минимум, я съедала 3 шоколадки в день, утром, вечером, в обед, а потом понимала, почему у меня никак не могут пройти прыщи. Замените, есть у нас wellness-коктейль, есть батончики, которые нормализуют состояние, что вам не хочется сладкого, потому что, когда вы хотите сладкого, это значит, чего-то не хватает в организме. Так вот, замените другими продуктами, сделайте так. Может быть, не обязательно там Oriflame, я не знаю, чем. Главное, чтобы вы убрали сладкое. Уберите острое. Какие-нибудь там всякие чипсы, то, что есть, всякие красители, загустители. Все это отражается на коже. Даже сейчас, я не в подростковом возрасте, если я съем хоть там, хоть 3 кириешки где-то, да, в компании, либо съем несколько Принглс, все, на следующее утро я просыпаюсь, все прям в точках, и я делала на прошлой неделе макияж, где я была обсыпана буквально, я всего лишь съела консервированную селедку, которой там есть консерванты, и это вызвало аллергию. То есть думайте, какие вы продукты едите, что заменяете. У некоторых еще есть аллергия на лактозу, на молоко. То есть если вы едите сыр, сметану нормально, а пьете само молоко, то это вызывает у некоторых аллергию. Тоже посмотрите, изучите. Ну и, конечно же, серия пользуйтесь вот такой классной. Для проблемной кожи она реально помогает, восстанавливает. И тоже одно еще заблуждение, когда пытаются использовать максимально такие вот прям убийственные средства, всякие болтушки для проблемной кожи. И наоборот, если вы очень сильно пересушиваете кожу, используете термоядерные средства для вашей кожи, у кожи возникает защитная реакция, и она наоборот, когда вы все там иссушиваете, она видит, что ей плохо, и она начинает еще больше выбрасывать сало, жирного сального секрета. И этот процесс комедонов проблемной кожи не остановить. Поверьте мне, я с проблемной кожей боролась порядка там 10 лет, пока я наконец-таки до меня не щелкнул. Вау, сколько мне не говорили, что все-таки не надо жрать сладкое, да будет тебе счастье, замени на другие продукты, которые уменьшат вот этот жор. Вау, все-таки пользоваться нужно, очищение, тонизирование, тоник не пропускать, дневной, ночной крем, да, дневной хотя бы специальный крем, который с салициловой кислотой, как раз-таки вот салициловая кислота, что делает состав вот этих средств, входит, она расщепляет вот этот жир, сглаживает и сужает порки, поэтому, если у вас есть детишки, у кого в подростковом возрасте, может быть, у вас в такой возраст прыщавый идет, эта серия мега крутая. Также однозначно вам рекомендую приобрести вот этот аппарат. Он у меня уже, наверное, 3 года. Очень люблю, рекомендую. Если вы в Oriflame, можете его заказать с 50% скидкой. Много-много туалетных водичек. Берите пробники, все тестируйте индивидуально каждому. Для мужчины нравится вот этот вот аромат мне был. И... Очень-очень безумно понравился запах. Его создала Натали Лорсон, которая работает с крутыми брендами. Она парфюмер года. Это вот такая туалетная вода. Я показывала в прошлом обзоре. Безумно нравится. Видите, уже она хорошенечко используется для меня. Это такой благородный, шикарный аромат. Кому-то больше нравится более свежий, холодный такой вот запах. Бобы тонко тоже. Смотрите, какой аромат вам больше понравится. Тоже расскажите. Ароматы, аксессуарчики. Вживую у Кати Филипповой видела, в восторге от этого комплекта. У меня такой был шарф, забыла его привезти с Омска, остался. Уже прям хотела второй заказать себе, потом думаю, зачем мне их 2. Макияж.
Румяшки. Румяшки, у меня двоякое к ним мнение. У меня вот такой оттенок, это светло-розовый. Вот здесь вот светло-розовый. Знаете, вот слишком термоядерный оттенок. Его нужно прям чуть-чуть в тушевке очень легко переборщить. Я в макияже показываю. И только на щечку чуть-чуть его, все остальное контурирование делать другим оттенком, слишком термоядерный. Я не пробовала другие оттенки, скажите, как вам эти румяшки, потому что вот реально, вот, ну купила я их, попробовала, но не совсем они мне нравятся и отложила. Ах, думаю, как бы не пропустить, рассказать о моем must-have, моей любимке, которую использую уже, наверное, больше года и всего лишь чуть-чуть использовал, поэтому обязательно рекомендую приобрести. Мне нравится, оттенок у меня светлый. Любимая пудра, которая уже заканчивается, тоже в макияже рассказываю, вот осталось ее чуть-чуть и приобрела себе новую. Безумно люблю. Что еще? Макияж, рук, кисточки со скидкой, помады. Ну, помады для меня так себе, слишком легкие. Мне нравятся больше вот либо матирующие, либо такие вот. Ну, у каждого свой вкус. Честно, приобрела вот такую основу эликсир. Она идет под макияж, но использую ее крайне-крайне редких случаях, когда куда-то собираюсь выйти на долгое время, когда действительно хорошо должна выглядеть в повседневной жизни, когда делаю быстренько макияж, я ее не использую. Ну, скажем так, что да, конечно, очень роскошно. Это, знаете, вот еще раз говорю, это как дорогое роскошное нижнее белье. Только вы знаете, что оно у вас есть. И, конечно, такое легкое мерцание, подсветочка есть, она присутствует. Но вот хотите, чтобы макияж был идеален, тогда используйте, да, это вау. Уже, наверное, полгода пою оду моим карандашам для бровей. Делала макияж, они вот здесь вот раскиданы, уже остались огрызочки. Очень-очень люблю. И после них я даже перестала практически пользоваться вот такими тенями, корректором для бровей. Когда мне говорят, ой, вот я взяла вот в Oriflame, посмотрела ваш каталог, и все фигня, ничего хорошего, ничего интересного нету. Вот, ребят, вот честно, вот здесь вот 303 балла только мне. И когда даже вот заказываю, думаю, ой, может быть еще что-нибудь, но я вот понимаю, ну уже просто перебор, я закажу в следующем каталоге, и все это заканчивается, имеет свойство. И когда мне говорят, ой, полистала каталог, ничего не нашла. Ребята, второй вопрос. А если вам дадут, скажут, в подарок выбери себе из этого каталога бесплатно на 10 тысяч рублей. Вот все, что ты выберешь на 10 тысяч рублей, я тебе дам, я тебе оплачу. Скажите, как вы будете этот каталог листать? Я думаю, что вы его и затрете, до дыр штук 5, раз 5 пересмотрите, чтобы действительно отобрать то, что на 10 тысяч рублей то, что вам нужно. Так может быть проблема как раз-таки в другом, не то, что здесь фигня и нечего найти, а то, что вы ограничены в средствах. Если вам нужны деньги, мы вас научим. Листаем, листаем, листаем. Вот это вот вкусняшка-вкусняшка. Такой классный аромат мне понравился. Я думаю, что и на подарок. Уже начинайте собирать копилочки подарков к Новому году, чтобы вкладывать своим любимым в пакетик. Я думаю, что за 99 рублей такую вкусняшку нужно обязательно приобрести. Не помню же, какой флакончик, это средство должно быть в каждой сумочке, косметичке, особенно у тех, у кого есть дети. Побежали в торговый центр, нужно что-то перекусить, вуаля, и используйте. Моя любимка, наверное, 10 вот таких вот баклашек я точно использовала. Мне нравится, для меня это идеальный шампунь. Это средство использую как пену для ванн, себе выделила, чтобы заказать. Потом все-таки вспомнила, что у меня будет вот такие пены для ванн, и поэтому уже не стала заказывать. Для тех, кто любит мыло, пожалуйста, 50%. И я считаю, что за 49 рублей хорошее качественное мыло – это недорого. И последняя страничка – это тушь Парад. Тушь, которую вы можете приобрести за 99 рублей при покупке двух продуктов со страницы. И любая щеточка будет вам за 89. Я сейчас делала макияж, использовала две вот эти туши, скажем так, батл. Вот эту тушь, она сразу делает, конечно, классный эффект. Она сразу делает вам объем хороший, но минус в том, что вот вы сделали макияж, и потом подправить, докрасить, например, через 2, через 3 часа. То есть это не утренняя тушь. Есть вот вечерняя тушь, так вот это она, когда она вам хорошо фиксирует, надежно, такой делает драмаэффект, но
Если вы утром делаете макияж, вам нужна какая-нибудь такая более легенькая тушь, которая вам делает пушистенькие реснички, и через какое-то время вы захотите ее еще потом добавить, например, через часа три, когда ваши глазки наконец-таки открылись, вы выпили 3-4 чашечки кофе и можете доделать свой макияж, чтобы он выглядел достойно. Ну и на последней страничке компания готовит мега крутую распродажу, мега крутые продукты, которые покупаются всегда на ура. Это матовые оттенки и атласные оттенки, два вида помад. В свое время, наверное, в 2014 году я сняла видеообзор, где есть 10 помад, поставлю оттеночки. Также есть матовые оттенки, и я себе приобрела только пока одну помаду. И вот оттеночки, которые у меня остались. Периодически их использую, мне нравятся вот уже какие-то уже. Это максимально выкрученная помада, то есть по половинке как минимум я их использовала. Потому что в какой-то момент времени я просто пищала, была в восторге от них. Советую разориться, потратить 90 рублей, купить все 10 пробников. И пробовать, пробовать, пробовать. Так вы поймете, что вам пойдет абсолютно любой оттенок. Когда мы покупаем продукты питания, большая часть из них, когда мы едим, уходит в унитаз. Как бы банально это ни звучало, но это так, потому что нашему организму, нашей крови, клеточкам нужны только питательные вещества. Все остальное оно выбрасывает. Так вот, если вы используете такие витаминки, одно саше, 4 витаминки плюс одна порция коктейля Wellness Pack, это как равноценно 6,5 килограммов продуктов. Я как-то считала, рассказывала девчонкам на вебинаре, я считала, что одна порция витаминок, а также порция коктейля, это 130 рублей в день. Скажите, да, это дорого. Но в то же время, если собрать аналог тех продуктов, в которых содержатся витамины и минералы, это 6,5 килограмм. И вы приобретаете это практически на 1000 рублей. Тем самым вы экономите. Зайдите в YouTube, просто наберите истории Wellness Oriflame, похудение, как справились с какими-то там заболеваниями. Все будут просто в восторге, потому что это самый крутой продукт в Oriflame. И если вы это не пробовали, значит, вы не знаете вообще, что такое Oriflame, что такое настоящее шведское качество. Wellness коктейль разрабатывали 7 лет, так и как эту серию. В компании Oriflame работает 300 ученых, которые постоянно тестируют, разрабатывают какие-то формулы, что-то улучшают, все то, что есть трендовое по уходу за лицом, он тут же компания внедряет. Кроме того, состояние вашей кожи, состояние ваших волос, густота волос, состояние кожи, подтянутость кожи, коллагеново-эластиновые волокна, прыщи, их можно убрать, пройдет неделька-две, и все, прыщей не будет на коже. Но состояние эластина и коллагена, состояние морщинок, сколько она лощеная, да, ваша кожа, сияние вашей кожи, зависит не только от того, какие косметические продукты вы используете, но и то, что вы едите. В этом плане wellness-витамины, они упрощают вашу жизнь, вы равноценно можете съесть 6,5 килограммов продуктов, получив необходимые питательные вещества для вашей кожи и волос, а можете съесть витаминки, выпить коктейль. Также, если вы, конечно, можете, я, например, не могу, лучше пить жидкую омегу. Она идеальна для всей системы организма и влияет очень сильно на вашу кожу. Если она проблемная, восстанавливает. У меня, например, пьет ребенок и муж. Муж просто открывает холодильник, достает, покручивает, бульк-бульк. Я не могу. После этого, и да, он знает, что со мной целоваться, ко мне подходить нельзя. Вот, я всячески от него избегаю, бегаю там вокруг стола, везде, только бы убежать от него. И, конечно же, детские витаминки. Можно сэкономить на всем, но на иммунитете деток я считаю, что нельзя. Тем более, если у вас детишки ходят в садик, ходят в школы. Все, мой обзорчик по 15-му каталогу, если он, конечно, был вам полезен. Какие-то советы, рекомендации, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь
подписывайтесь на мой канал. Я редко выпускаю видео, но я стараюсь, чтобы они были информационными и полезными для вас. И скоро у нас будет новый 16-й каталог, где классные, мега крутые продукты распродажи. Об этом я расскажу в следующем обзоре. Успехов вам!